Московский ЦСКА обыграл мадридский Реал 3-0 в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Счет в матче был открыт на 37-й минуте, Обляков разогнал атаку армейцев. Магнусон дошел до штрафной, собрал на себя двух соперников и отдал пас Федору Чалову. Тот качнул Хавьера и провел на исполнение в дальний угол. Куртуа не дотянулся, счет 0-1. А на 42-й минуте армейцы удвоили свое преимущество. Чалов в штрафной Реала сделал передачу пяткой на ход Фернандесу. Тот выиграл забег и пробил в Куртуа, а Георгий Щенников успел на отскок и после добивания вколотил мяч в ворота Реала. Счет 0-2. На 73-й минуте Влашич покрутился в штрафной Реала, развернулся и выложил мяч под удар Сигурдсону, который аккуратно пробил в дальний угол. Куртуа не дотянулся, счет 0-3. В параллельном матче чешская Виктория Плзень одержала победу над римской Ромой 2-1. Таким образом, после 5 туров мадридская команда набрала 12 очков и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе B. Рома с 9 очками досрочно вышла в плей-офф со второго места. Виктория Плзень и ЦСКА по 7 очками располагаются на 3-м и 4-м местах соответственно. Виктория Плзень вышли в плей-офф Лиги Европы, а ЦСКА завершил выступление в Еврокубках. Watch how really good stand strong.